Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня мы с Лягушенькой будем снимать распаковку посылки от компании Мураш. Посылка такая, скажем, незапланированная, поэтому что в ней находится, я даже сам до конца не знаю. А пока я буду ее вскрывать, Лягушенька подержит камеру. Открываю я ее не очень аккуратно, но вы понимаете, времени не особо у нас сейчас достаточно на аккуратное вскрытие. Но я думаю, внутри ничего не повредится. Готово. Теперь посмотрим, что здесь у нас есть. Ну, как всегда, амортизационные газеты, чтобы ничего не повредилось, не сломалось, если оно там что-то есть, кроме газет. Ну, я не сомневаюсь, что что-то там, конечно, есть, и вы это видите сейчас. Достаем газеты, убираем. Так, здесь фирменный скотч компании Мураш-дом. Видите, вот муравьишки. Склеиваем скотч. Что же здесь такое? Как вы думаете? Наверняка какие-то муравьи. А вот и нет. Смотрим. Запаковано добротно, пальцем выпихнуть с трудом получается. А здесь у нас не муравьи, здесь кормовая культура для муравьев. Рыжие тараканы, и взрослые тут, и дети, и еда какая-то для них. И самка с ОТ-кой бегает вон. Так что теперь мой список кормовых культур пополнится еще и тараканами такими. Другие-то тараканы у меня есть. Но вот эти вот таракашки, они будут полезны, допустим, для скорпионов. Потому что бегают, в субстрат не зарываются, главное их не упустить. Мне очень повезло, что на почте, когда посылка ожидала вручения, товарищи не знали, что находится в этой посылке. Если бы они знали, что там настоящий карантинный объект, то сожгли бы ее всю нафиг. Так, смотрим дальше. Вот здесь что-то так очень хорошо упаковано, пузырчатую пленку. Видимо, что-то бьющееся, что-то хрупкое. Посмотрим. Пока я достаю, Лягушеньке опять придется подержать камеру. А здесь, ребята, вообще интересная штука. Вы только посмотрите. Это же настоящий череп. Череп, хотел сказать, живой морской свинки. Но она, конечно же, уже давно не живая. Отлично обработан. Причем
Опа. Хотел сказать открывается и закрывается, но он не открывается и закрывается, а разбирается. То есть такой вот череп-конструктор. И вот в собранном состоянии он выглядит так. Видно все зубы, и резцы, и коренные. Все на месте. Целый вот такой череп, с которым я буду знакомить колонию Карибар в следующем видео. Но это еще не вся посылка. Кроме черепа и тараканов, здесь еще очень забавная наклейка с видом Лазиус Нигер. Видимо, это такой тонкий намек, что пора мне завести тот вид, с которым все из вас знакомы, а я, который никогда не держал в жизни. Ну, чего не бывает. Если даже не заведу, отнесу в сад, наклею им на какой-нибудь муравейник, пускай радуются. И, конечно же, здесь очень хорошая, очень полезная вещь. Это китайский антипобег. Целая баночка, которая поможет мне отсрочить ночной визит Карибар где-нибудь на недельку, на две, пока они не поймут, как этот антипобег проходить. Вот и все. Вот такая вот у нас посылочка. Спасибо всем за внимание. О том, какая судьба ждет череп морской свинки, мы увидим с вами в следующем видео. До свидания.